Новый сервис подачи заявок «Тазак Казбот» запустили в стране в рамках масштабной акции «Тазак Казахстан». На проблемах инфраструктуры и экологии жители теперь смогут заявлять, загружая фото и видео в Telegram-бот, который оперативно решит, кто, когда и как будет устранять проблему. Предполагается, что конечным исполнителем в регионах будут акиматы, которые уже активно обрабатывают заявки через новый сервис. Тимур Сапар продолжит. Яма на дороге, мусор во дворе или сломанная детская площадка. Отныне все, что портит вид города и создает неудобства жителям, казахстанцы могут не просто зафиксировать, но и решить проблему в 4 клика. В стране запустили специальный телеграм-бот «Тазакасбот». Его разработали при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов. Чтобы сообщить о проблеме, нужно зайти в приложение, зарегистрироваться, сфотографировать или снять на видео проблему и отправить в бот. Как, кто и когда будет решать вопрос, решит система. Без лишних бюрократических проволочек направить конкретный факт того или иного, скажем там, нарушения, и при этом уполномоченные государственные органы, непосредственно лица, которые должны заниматься устранением всех этих непорядков, они должны оперативно эти вопросы решать. Система, оператор определяет конечного исполнителя, затем устанавливается разумный срок и приходит ответ заявителю, тому человеку, который эту систему использовал, и ему в этом в обратной реакции, в обратной связи говорится о том, что в течение там 3 дней, недели этот непорядок будет убран. Тазак Казбот действует уже 20 дней. На сегодня поступило около 600 обращений, из них почти 300 заявок уже обработаны. В столичном акимате подобный опыт уже имеют благодаря системе Айкомек, которую интегрируют сейчас с телеграм-ботом. В день поступает около 20 заявок, и по каждой из них определен как исполнитель, так и сроки. Если будем говорить про вопрос по вывозу мусора, да, то в течение 3 дней мы должны будем обработать и ответить. Например, если вопрос касательно открытых люков, то вопрос обрабатывается в течение 1 дня. Если, скажем, вопросы такие большие, как ремонт дорог, да, ремонт каких-то там электрических вопросов, то инфраструктуры, то эти вопросы обрабатываются и рассматриваются в течение 14 дней. Жители страны, причем как крупных городов, так и малых населенных пунктов, смогут сообщать в Тазакасбот о широком спектре проблем, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещения, благоустройства и санитарного состояния общественных и частных территорий. В качестве обратной связи пользователи получат уведомление о назначении исполнителя и завершении работы прямо в телеграм-боте. После выполнения заявки каждый сможет оценить качество выполненных работ и поставить оценку. Тимур Сапар, Дмитрий Дмитриев, 24KZ.